И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жек, и сегодня, ребята, мы поиграем в игрушку под названием Five Nights at Wario 3. Тарас, уж пошла такая тема с Марио, я недавно записал ролик по Марио от первого лица, если кто не смотрел, посмотрите. Я решил записать пародию на Five Nights at Freddy's в стиле Марио, вот. Я не знаю, как это будет все выглядеть, надеюсь, это будет выглядеть прикольно. Это уже третья часть этой карты, точнее, ну, третья часть этой игры, поэтому не знаю, что было в предыдущих, но надеюсь, я смогу в нее поиграть. Вот, и, кстати, вообще, ребят, давно не было Five Nights at Freddy's, поэтому тем, кому нравится Five Nights at Freddy's, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Очень громкие звуки, пипец, я забыл прокрутить микшер. Ну ладно, поиграем так. Пипец. Что-то очень страшное. Какая-то прикольная пародия, видимо, раз тут так все. Какой-то вступительный ролик есть. Так. Черный экран. Что же будет дальше? Какая-то... Что это такое? Это же у нас... Я не знаю, что это. А, это, видимо, комната, в которой мы будем сидеть. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Мне страшно, серьезно. Какой-то письменный стол. Идеально дико, уже дико страшно. Это кто вообще, или что это? Это, походу, Марио. Да, это Марио. Не кто это, ну, короче... Ну, почти Марио. Это Варио. Игра называется Five Nights at Wario's. И что это? Я могу использовать... это... Я могу использовать это. Окей. Так. Я куда-то вошел, видимо. Ага. То есть вот так вот. Окей. Я вот могу типа вертеть так камерой. Значит, там кто-то позвонит, им что-то объяснит, видимо. Ну давай, давай, берем трубку быстрее. Трубку возьми. Hello? Oh, thank God. You're in the house, right? Allow me to introduce myself. My name is Max, I'm one of the employees at your new job, but that's not important right now. What is important is for you to get out of there. I know someone hired you to watch over the house tonight because the family who is living there is on vacation, blah, blah, blah. Well, I don't know who told you that this house... Я, короче, решил заблочить, пропустить этот разговор, поэтому... Что происходит? Я не знаю, может кто-то открыть дверь, как это, где тут, это типа как на Five Nights at Freddy's 3 пародия, походу, потому что дверь никакие закрывать не могу. Я вообще ничего не могу сделать, ребят. Я не понимаю, что делать! Как нам защищаться от него? А, господи. Так, ладно, смотрим, что у нас, где у нас тут ходит кто. Ну, домик реально страшненький, я вам серьезно говорю, да, мне прям... Мне прям страхово. О, господи. Почему у нас... А, у нас закончилась энергия, видимо. Я не понимаю, серьезно, как нам закрывать двери, конечно. Но надеюсь, я как-нибудь это все-таки разберусь с этим. Странно, что... Я тыкаю по всей комнате, и ничего здесь не могу найти нормально. Меня пугает это выключение камеры. Что-то такое хрень наверху. Я сейчас что-то собрал, что-то мне дает, вообще не могу понять. Это Марио! Капец, ребята, я так обосрал! Жесть, просто капец какой-то! Я не понимаю, what the fuck? И реально, я дико обосрался. Ну окей, давай попробуем еще раз. Да-да-да-да-да, отвалите от меня. Тупые говнюки, сраные, говно поганое. Так, ну да-да-да. Пошел ты нахрен, козел. Я не пон... Как нам защищаться от этого сраного Марио? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Как нам закрыть дверь? Я не понимаю, что еще можно сделать? Помимо того, чтобы закрыть дверь.
Давайте прочекаем чисто здесь все, что есть. Такая какая-то спальня, окей. Какая-то хрень везде. Current location. То есть я по идее здесь нахожусь. Я не понимаю. Он опять идет! Как там закрыть? Окей. Пока что его тут нету. Я не понимаю! Объясните мне что-нибудь! Он сейчас по-любому нас тут где-нибудь держать, и нас сейчас испугает. Я вот охренею. Я не... Что это? Я тыкаю на все подряд, ничего не работает, просто ничего. Куда мне еще нужно тыкать, чтобы еще хоть что-то закрыть, я не понимаю. Вот он опять идет. Пошел вон отсюда. Вы кто такие? Я вас не звал. Давай, давай, давай. Я не понимаю. Сейчас запрет от Марио, и что нам делать? А вот я не знаю, что нам делать. Я не понимаю. Давай попробуем сейчас одеть камеру, это посмотреть в камере, что у нас тут есть. А вот, собственно, ни хрена тут нету. Я тыкаю на все подряд. Окей. Марио пока нету. Мне это радует. Но... Он опять идет! Не-не-не-не, вали, вали отсюда. Это кто? Это Марио! Что я не понимаю, что должен сделать, ребята, я серьезно не понимаю. What the fuck? Вот серьезно. Короче, ребята, насколько я понял, вообще, в принципе, суть этой игры тупо смотреть в камеры тогда, когда на тебя нападает Марио. Ну, насколько я понял, не знаю, как это на самом деле. Короче, смотрите. Да-да-да. Как только я замечу Варио, я должен сразу смотреть в камеру. Не знаю, поможет это или нет, но это я чисто сейчас только сам сейчас придумал, посмотрим. Возможно, это и не поможет. Да-да-да, блочим сразу же этот звонок. Я не знаю, стоит ли смотреть в камеру, пока его нету. Это, ну хотя, в принципе, что нам делать? Это будет скучно просто сидеть и смотреть так. Поэтому, и еще самое, что непонятное... Смотрите, какого-то я видел сейчас здесь. Самое непонятное то, что самого Варио на камерах я не вижу. Это очень странно. То есть, как мне его отслеживать, где он сейчас находится, если я его, в принципе, не вижу? Это очень странно, ребята. Это очень странно. Пародия очень странная мне. Она пугающая немножко, но... Она... Непонятно, как ее проходить. То есть, я тыкаю везде, и ничего не происходит. Это очень странно. Да. Еще не пугает это выключение камеры. Ну, постарались, постарались, конечно. Ну, короче, я понял несколько моментов, где вы можете выходить. Вот отсюда, из этой картины. Вот отсюда и из двери. Туда и будем, в принципе, смотреть. Ну, я не понимаю. А, смотрите, по камерам еще тоже так можно смотреть. Это тоже круто, в принципе, да. Ну, это, в принципе, нам ничего не дает. Так, ну, Марио, ты где? Варио, Марио. Я не понимаю, где ты? Где-то дружок. Давайте чисто посмотрим здесь все. Вот я не понимаю, вот что, может я что-то пропустил, серьезно. Я не понимаю. Никого Варио, Марио, я тут не вижу. Ну серьезно, где он? Он только вот в этой комнате появляется. Тогда смысл вообще из камер, только прятаться от него. Ну это как-то глупо, мне кажется. Как вы думаете, ребята? Напишите об этом в комментариях. Или может что-то я не понимаю. Если я не понимаю чего-то, ребята, а вы знаете, то тоже обязательно напишите, я читаю ваши комментарии. Вот. Я не знаю. Будем просто ждать. Будем просто ждать и надеяться, что мы хоть что-то поймем. Так. Я слышу шаги. Что мне делать? Сразу задается вопрос. Смотреть в камеры? Так, смотрите. Давайте проверим все места, где он может появиться. Вот тут нету. Заглядываю в камеры, выключаю камеры. И вот тут по-прежнему нету. Если я посмотрю по камерам... И потом выключу. Я его по-прежнему не вижу. Меня это очень напрягает, когда меня хотят испугать, а я не знаю, что с этим поделать. Ладно.
Посмотрим сюда. Так, ага. Окей. Я его заметил. И что мне с ним сделать? Смотрим в камеру, окей. Смотрим в камеру, смотрим в камеру, смотрим в камеру, смотрим в камеру для посинения просто. Окей, он пропал. То есть вот так вот просто нужно от него прятаться, ну окей. Главное успеть. В принципе, я хоть что-то начал понимать, но опять же, это не очень интересно. То есть, в том же Five Nights at Freddy's 3 намного интереснее играть. То есть там можно отгонять спектр по звуками. А обычных аниматроников, которые на галлюцинации, можно на них просто не смотреть, это очень круто. Нужно успеть брать камеру так. На нас напали немножечко, вот. Я не понимаю, вот серьезно. Я поиграл в эту игру, я не понял, что здесь нужно делать. Ну, я смотрел в камеры. Все равно меня испугал. Я не смотрел в камеру, меня все равно пугает. Никак от него защититься я не могу. То есть, ребята, если вы знаете, как пройти эту игру, то обязательно, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Я все комментарии читаю, особенно те, которые интересны, а таких мало. Так что, ребята, пишите их, пожалуйста, и я буду их читать. Ладно, в общем-то, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!